Здорово, народ! Вы на канале Арти, у нас снова Predator Hunting Ground. Сегодня смотрим новое DLC. Что за текстуры? Вот, у нас City Hunter, городской охотник. Новое DLC, вот такой вот крутой хищник. Тот самый антагонист из фильма 97-го года, из второй части Хищника. Просто жесть, какой офигенный. Его многие ждали, на самом деле, в том числе и я. Потому что Хищник очень крутой. Сегодня мы на него посмотрим. Ну, конечно, DLC не такое, как все ждали. Тихо, вышел. Я пока просто бегаю. DLC не то, которое мы ждали, конечно. Карты новые нам не добавили. Мало того, одну еще из них отключили. Как бы, ну, понимаете, да? Где бедолаги-то? Не вижу пока. Блин, выглядит он жестко. Я взял с собой копье, взял с собой капкан. Куда это они? Визуально он очень круто выглядит, на самом деле. У него новая наручная куколка. Не куколка, конечно. Такой вот плазмомет. Посмотрим, как он будет действовать. Я вообще ничего не слышу пока что. Не, выглядит он очень круто. Рык у него еще офигенный, блин. Ну, в начале ролика вы, наверное, слышали же. Посмотрим, насколько жесткие типы мне попались. Вот и они. Опачки. Интересно. Ага. Надо с упреждением стрелять с этой штуки. Понял. Да ё-моё! Ты же в угол должен был побежать. Здорово. Застрял маленький. Так, одного придушили сразу, чтобы он особо не расслаблялся. Но нам сделали очень больно. Там один какой-то глазастый попался прям. Кабанчики здесь есть поблизости? Кабанчиков не вижу, вижу бедолагу одного. Так, где мое копье? Я копье не взял? О, увидел. Там один прям глазастый. Либо он рандомно ставит, конечно. А, попробуем. Ненавижу эту штуку, кстати, кидать. Блин, не долетело. Понимаю. Так, ладно. Вопрос на засыпку. Где мое копье? Я выбрал еще копье. Или мне показалось? Вроде как выбирал. Грязью обмазались, интересно. Грязью обмазались. Так, чисто. Ради опыта. Мне бы тревогу запустить. Они сломали уже. Так, вижу. Идешь ко мне? Ага. Жесткий. Понимаю. Пойдут за мной, интересно. Часто стал замечать то, что прям пушат хищника, вообще не боятся ничего. Тут бегает. Да, он меня прям видит, лол. Ой, они толпой душат. Окей. Я это вернусь сейчас, подожди, играть чуть-чуть. Офигеть, у меня хп на крополях. Вы видите хоть одного кабана? Я вот нет. Это очень-очень плохо. Нет, но у меня есть еще аптечка, конечно, есть в запасе. Возможность, так сказать. Ну, жесткие типчики, я понял.
Окей. Блин, где похилиться? Они как будто всех кабанов убили. Лол, может быть такое? Как же они душат городского хищника. Ладно, на самом деле я очень давно за хищника не играл. Постоянно играю за отряды, потому что, блин, игру найти за хищника — это вообще не вариант. Вот здесь раньше много кабанов было, я помню. Никого не вижу. Я хочу посмотреть, кстати, у него вроде как рык прикольный, когда он хавает. Давай, импульс. Ну вон он, мой маленький. Мой спасительный. Давайте проверим. Так. И где рык? Окей. Кстати, пора пушить, потому что они, скорее всего, будут поднимать, мне кажется, скоро своего. А мне как бы хотелось бы выиграть. Он просто... Блин, жесткие они. Ну, не сказать, что прям жесткие. Но я не ощущаю урона от оружия от своего. Или это нужно прям... Вертолет уже вызвали. Да ладно, ну, надо пушить. Я, наверное, проиграю, что у меня есть такое подозрение. Смотри, какие, а. Не, ну я их могу отпустить, конечно. Ребята достойные, как вы понимаете. Да ёб твою мать. Офигеть, вот это тайминг, чел. А другого варианта нет. Тихо-тихо-тихо, маленький. Нет. Офигеть, просто жесть. Это я нубас. Не, ребята молодцы. Чё ты тут поделаешь? Забрал я только тоху с собой. И это, конечно, грустненько. Нет, ну оставить мы все так просто не можем, вы же понимаете, да? Я должен их уничтожить. Я только одного не пойму, почему у меня копья нету. В наборе он есть. Но... Где мое копье? Понимаю, игра, понимаю. Там копье просто тоже стилизованное под городского охотника. Это очень круто, на самом деле. Окей, давайте чекать. Ага, вижу бедолаг. Как бедолаг? Прошлые бедолаги мне просто жопу-то надрали. Давайте, может быть, мы запустим эту. Так, они меня должны увидеть, а не я их убить. Ребята тоже подошли не вовремя, я понимаю. Посмотрим, может быть, это тоже какие-то задроты, с которыми я не справлюсь. Отсутствие игр за хищника говорит само за себя. Очень тяжело. В отрядах попроще, конечно, катку найти. Так, давай вот так попробуем сначала. Летит, че нет? Япона мать. Так, где моя новая пушечка? В смысле заметили? Завязывайте с этим, да?
Так. Тормознись. Остановись, я проверю урон просто. Или ты. Хрен нас попадешь. Да. Так, ну пушит. Там дача, я слышал. Здравствуйте, дача. Увидит? Не увидит. Что? Три выстрела по нему, я понял. Три выстрела по нему, он горит, но ему особо как бы... Ничегошеньки, я понял. Тихо, это что? С граником даже. Да ё-моё, опять засвечивает еще жестко. Я просто испытываю орудие, ребят, все нормально. Мы с вами еще столкнемся. Так. Кабанчик, ты так далеко. Ну, вроде как далеко, а вроде так близко. Слушай, их здесь много. Эй. Блин, так близко к ним кушать такое себе. Не знаю, брат, не знаю. Давай, дач. Хватит меня замечать так быстро. Он хочет подраться. Ля, кровь играет. Как он меня видит? Он же не подсветил меня. Жопошный, блин. Блин, не зарядилась еще. Сейчас мы растаскаем у них аптечки чуть по чуть. Так, энергия. Ой. Дача, отстань от меня, ё-моё. Глазастые вы самые, блин. Хорошо. Тихо. Самое главное. Что? Я нашел неубиваемого кабана. Забаганный кабан. Там еще много их было, поэтому мы этим тоже попытаемся сразу. Я, кстати, тут вижу кое-кого. Ну, ребята, вы про меня забыли. Блин, вот дача пушить первого, это вообще такое себе. Да ёб твою мать, как же тяжело этой штукой кидаться. А нет отставших никого тут? Yeah.
Офигеть, просто офигеть. Чё за типы глазастые попадаются? Смотри, заметили опять. Люди стали задротами, потому что не играют на хищниках. Пожалуйста, разрабы, сделайте с этим что-нибудь. Я не могу запушить дача. Я вот не знаю, сколько у них хп, и это крайне тяжело. Но миссия их не закончена, поэтому мы охотимся дальше. Я не знаю, они там просто стоят. Бегут они, интересно, за мной тут. Логи. Вертолет сюда будет вызываться, я помню, да? Их еще не пушит там, блин. Да чё ж такое, да? Я не могу убить дача, лол. А пушить получается только его. Вот как много у него хп осталось? Я не знаю. Хилок сколько? Тоже не знаю. Тяжело это все, блин. Офигеть, он просто сразу мгновенно меня начинает видеть. Это такой идиотизм. Смотри, что делает. Лол, да я не верю в это. Постоянно палит, прикинь, постоянно, это пати за дротом. This way. Первый пошел. Че, застрял, брат, да? Хорошо, блин, я сейчас пати задротов размотаю, хера. Он меня не видел, что ли? Тихо, тихо, маленький, мы с тобой еще будем играть. Блин, я когда-нибудь этим диском попаду. Где он спрятался, ё-моё? Почему я его не бью? Чё за баги в игре? Но он не должен был уйти. Но это баг. Это какой-то баг. Либо читеры, я не знаю. Либо какие-то задроты. Но в любом случае, дача, я этого приговорил. И большую часть его отряда, так что норм.
Я надеюсь, такие ролики вам нравятся, все-таки, ребят, поэтому я жду от вас лайка, какого-то комментария, поддержки. И спасибо за просмотр.